Шумно и весело щелковские студенты отметили свой праздник в Татьянин день. В городском парке для ребят провели интерактивную программу с танцами, песнями, конкурсами и выступлениями приглашенных артистов. Мероприятие было организовано культурно-досуговым центром Дома офицеров при поддержке Комитета по культуре и туризму городского округа Щелково. Приехал поздравить с праздником участник телепроекта «Музыкальная интуиция» на ТНТ Рустам Аканесян. Мы сегодня приехали в Щелковский парк поздравить всех студентов, ну и, конечно же, всех очаровательных девушек по имени Татьяна с их праздниками. Щелково всегда славится горячим приемом по настроению, которое они подарили, по ощущению, энергетика, которая была от них, она, конечно, незабываема. Для студентов также выступила Изабелла Галлер. Скучать на празднике точно не пришлось. Ребята танцевали, активно участвовали в конкурсах, угадывали песни и даже пытались их перепеть. Все гуляют, все отдыхают. У кого есть коньки, пошли кататься. У нас их нету, мы катаемся с горок и просто что-нибудь делаем классное. Вот, мы хотим поздравить вот все наши группы, всех учителей, которые у нас ведут. Хоть мы немного с ними, но мы их уже очень сильно любим и очень ценим. И студентов обязательно вас тоже. Праздник удался и точно останется одним из ярких воспоминаний у студентов в этом году. Евгения Корытько, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.